Поехали. Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы решили снять краткий обзор насоса по откачке, по экспресс-откачке масла из двигателя. Заказали на AliExpress вот такой вот прибор, насос. Ну вот на коробке написано Oil Pump Extractor. Открываем при вас, смотрим, что там внутри есть. Так, сам насос с выходом и входом для откачки масла. Что тут? Ну, включатель-выключатель. И такие крокодильчики для подключения к аккумулятору. Так, ну, в принципе, устройство простое. Обычная коробочка такая, насос. Так, с крокодилами, которые подключаются к аккумулятору. Дальше. Есть у нас тут пару хомутиков. Для того, чтобы плотно закрепить вот эти трубки к самому насосу, чтобы они не выскакивали. И, собственно, сами трубки. Эта трубка потоньше, для того, чтобы ее опустить в отверстие, где находится щуп. Потому что откачивается масло именно через это отверстие. Так, и шланг потолще. Через него, собственно, будет выливаться масло в емкость, которую мы заблаговременно подготовили. Подойдет любая канистра, любая емкость. Мы взяли от незамерзайки, оставалось. Так, и, собственно, описание, инструкция на английском языке. Ну, ей сейчас внимания уделять не будем. Так, сейчас мы прогреем двигатель, потому что сливать масло желательно на прогретом двигателе, чтобы масло было более таким жидким. Вот. Заводим машину. Прогреваем. Прогреваем минут 10. И будем подключать само устройство для откачки масла. Так. Итак, друзья, мы успели одеть шланги, закрепить их хомутами. Сейчас подключаем крокодилы к аккумулятору. Красный плюс, черный минус. Тут, собственно, все написано, все нарисовано, все понятно. Закрепили надежно. Так, опускаем тонкий шланг в отверстие для щупа, куда он не залазит. Залазит, но с трудом. Чтобы он там конец не задрался. Вот я думаю, он должен уткнуться в дно. Но, видимо, утыкаться он не собирается. Он решил, наверное... Ну, да. не стоит уже весь, да, пихать, да. Он там... Не...
не оправдались ожидания. Я думал, он уткнется. Так, второй конец опускаем в заранее подготовленную пустую тару, ненужную. Так, ну что, пробуем включить. Так, достали мы обратно этот шланг. Хотим замерить размером щуп. Приблизительно так, но возьмем немножко побольше. И попробуем еще разок. Больше щупа не надо. Так, а я еще не дошел до туда. Где он? Вот этот. Ну и хватит. Так щуп не достает. Щуп до дна достает. Ну, пробуем еще разок. Может быть, нужно подождать минутку-две. Выбирали необходимый размер, насколько опустить тонкую трубку в отверстие для щупа. Ну и, скажем так, сантиметров на 10 длиннее щупа опустили, и масло пошло. Видим, какого цвета у нас масло. Оно уже непригодное для использования. Ждем, должно откачаться в двигатель, помещается приблизительно 3,5 литра масла. Хорош. Так, мы успели откачать масло. Вот оно, собственно, все грязное, черное, непригодное. Успели снять масляный фильтр. В новый налили немножко, грамм 50, наверное. Хорош. Масла нового, свежего. И заливаем. И сейчас заливаем уже новое масло. Заливаем аккуратно, уходит масло медленно. Поэтому, чтобы не пролить.